vismaz vēl nav. Nē, teikt, no tā tur attaisnot. Nē, nu varbūt, ka viņi piemēram uz tiem divi. Viņi atsūtīs pieteikumu un prezentāciju. Nu, ja būs uz diviem, tad iedosim. Jā. Nē, es jums pašlaik. Okay, ladies and gentlemen, let's continue our look after the coffee break. We have a next presenter, Elmira Boykova, from the Latvian University Institute of Biology, Laboratory of Marine Ecology. Unfortunately, she is not appeared, but according to the schedule, she's supposed to be at 1400, so maybe if she will be late, I think we can give her words afterwards. So now we continue with the presenter, and Levi Scher. The founder of Eino Gabovic, the palette of representative of national energies in Estonia. Значит, уважаемые дамы и господа, я не очень хорошо владею латышским языком, поэтому буду говорить по-русски. Значит, я представлюсь просто вкратце. Я журналист, профессиональный журналист, случайно попавший в политику. В конце 80-х, начале 90-х годов я был советником главы эстонского государства по международным вопросам, занимался Россией и странами, как теперь говорят, Балтии, это вообще латышское слово, по-русски говорят Балтики. Значит, был секретарем Совета Балтийских государств, потом я был вице-мэром города Таллина и занимался профилактикой преступности. Поэтому сегодня я буду выступать скорее как вице-мэр, бывший, занимавшийся профилактикой преступности, поскольку мы имеем дело с возможностью совершения огромного, страшного и самого тяжкого преступления. В минувшую пятницу мы в Таллине проводили конференцию по вопросам беженцев, приема беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. И там, конечно же, неизбежно речь шла о террористической угрозе. Это явная перекличка с тем, что мы сегодня слышали от вице-адмирала Борисова. И мне кажется, что это не может не вызвать тревоги и у общественности, и у правительств. Тем не менее, это не вызывает тревоги ни у общественности, ни у правительства. Во всяком случае, это касается Эстонии. Я попытался материал Тенгиза Борисова распространить передал его во все средства массовой информации Эстонии. Результат нулевой. Абсолютно нулевой. Как будто это вообще Эстонию не затрагивает. Я пытался и несколько раньше публиковать материалы на эту тему в различных эстонских изданиях. Результат нулевой. Обращение в Министерство окружающей среды результата не дали. Обращение к президенту Эстонской Республики никакой реакции не вызвали. Вообще беспрецедентно оставлено, все было без ответа. И вот теперь возникает вопрос, а почему? Я думаю, что ситуация сложилась очень неудобно. Ну, во-первых, Эстония, как и Латвия и Литва, члены Евросоюза, и, следовательно, без официальной позиции Евросоюза ни одна из наших стран никогда в жизни, я в этом убежден, на официальном уровне сама шаги предпринимать не будет. Пока не будет высочайшего одобрения со стороны Еврокомиссии, никаких активных шагов от наших правительств ожидать, как мне кажется, не приходится. Вторая, усугубляющая для Эстонии ситуацию, тема
так прошлого, недавнего прошлого для Латвии и Литвы, и пока еще настоящего для нас. Дело в том, что наш президент – американский гражданин. В недавнем прошлом он отказался, от американского гражданства, став… Президент России? А? Президент. Эстонии. Но, тем не менее, он ходит несколько лет назад, входил в американское посольство жаловаться, что зарплата президента Эстонии очень маленькая. Я думаю, что ему помогли. Тем более, что до того... Я извиняюсь, что я перебиваю вас. Может быть, мы отойдем от политических вопросов и обсуждений президентов, а ближе к теме нашей основной конференции о экологических проблемах. Значит, я... Все жутко связано, знаете. Я понимаю, да, но мы так можем, знаете, как далеко зайти и начать искать марсиан, которые будут подрывать наши боеприпасы. Я понимаю, да. Ближе к... Ну, а если они там сидят, а вы их не заметили? Давайте поэтому сейчас подискутируем. Нет, ну разрешите человеку... Я разрешаю, пожалуйста. Мне бы хотелось выяснить, Латвия демократическое государство или не очень? Не очень. Не очень. Тогда все абсолютно понятно. Тогда я, извините, тогда я заканчиваю. Я просто хотел сказать, что политическая ситуация, которая сложилась сейчас, не такова, чтобы правительство Эстонии начало предпринимать какие-то активные действия. И для того, чтобы добиться активных действий на экологическом направлении, нужно приложить все усилия для того, чтобы основная масса европейских государств, которые действительно принимают решения, и Соединенные Штаты, которые непосредственный участник этой проблемы, изменили свою позицию. Пожалуйста. Я могу, если мне позволено, значит, немножко продолжить выступление господина Шара. Может быть, я извиняюсь, может быть, тогда сразу перейдем к вопросам дискуссии, и вы можете как начать это введение в дискуссионную часть. Нет. Хорошо. Это продолжение темы, которую не развернул, к сожалению, не удалось развернуть господину Шеру. Ему есть что сказать по этой теме, потому что мы оба граждане Эстонской Республики, и мы знаем, что президент Эстонской Республики, агент ЦРУ. И он не отказывается. И когда его спрашивают, а он говорит, а вот в России-то агент ЦРУ тоже президент Путин. Он тоже агент. Агент КГБ. Понимаете? Я так думаю, что надо прекращать эту конференцию, если мы сейчас пройдем про вопросы CIA, КГБ. Я вам могу сказать, теперь я перебрасываю мост отсказанного. Значит, организациям, которые занимаются обеспечением безопасности в Европе. Это такая организация, как НАТО, например, в уставе которой записано, что основной стимул и цель действия НАТО – это защита интересов граждан Европейского Союза, Европы и так далее. ОБСЕ в уставе этой организации, а я раз, наверное, ну скажу так, без преувеличения, 7 или 8 был на конференциях солидных, посвященных экологии организации ОБСЕ, обеспечение безопасности Европейского Союза, ОБСЕ. И там тоже в уставе записано, что цель этой организации – защита 250-миллионного населения Европы. Но поскольку, значит, я уже в своем выступлении перечислял, какое количество стран имеет своим единственным морем Балтику, то это никак не выходит за рамки нашей дискуссии и нашего сегодняшнего собрания. Так вот, это можно легко проверить, зайдя на сайт, какие я оставлял, так сказать, следы, и как они были записаны в резолютивную часть организации ОБСЕ, когда речь шла
об химическом захоронении химического оружия в Балтии. То есть выхолащивается все. Там говорят, да, профессор Пор, Арнольд, значит, вот далее идет по тексту, вот он внес такое предложение, я читаю. А то, что я подал в письменном виде, это совершенно другое, понимаете? То есть они, я могу на эту тему дальше развивать, но я просто приведу вам пример. Значит, я на одном из последних заседаний, на котором был, а это было, сейчас скажу, в феврале 2015 года, значит, я прямо сказал, что я на заседание на форумы вашей организации приезжать не буду, меня не зовите до тех пор, пока организация ОБСЕ управляет гражданин Соединенных Штатов. Показываю на делегацию, сидящих 6 человек делегация, и там из сессии в сессию приходит самый, значит, этот господин. И он не возразил ничего, понимаете? То есть я хочу что сказать? Что вот эти организации, которые жизненно необходимы, да, для обеспечения нашей безопасности в Европе. Надо возобновлять. Да. Реставрировать. Нет, не надо. Почему? Зачем? Значит, надо просто иметь в виду, что, к сожалению, но почему? Вот почему мы считаем, и вот уважаемые, так сказать, выступающие, которые были, говорим о том, что проблема существует. Почему она существует? Потому что ее решение, корень этой проблемы, теперь уже из плоскости экологической пришел в плоскость политическую. То есть нужно, чтобы было принято политическое решение, в том числе и этих стран, четырех, о которых мы говорим, которые виноваты в том, что они замусорили Балтику. Понимаете? Но политического решения принимать не хотят. Есть еще вариант. Вот они замалчивают. Фильмы, которые показывают, замалчивают. Тенгиз сейчас говорил, что в 97 году, ведь не он напросился, а это НАТО, заседание комитета начальников штабов НАТО. Его приглашают в Осло, он приезжает, выступает, а дальше он сказал, чем закончил. И с 97 года к этой теме не вернулись. Мне бы очень хотелось услышать и узнать, например, почему господин Ельцин, ну, царство ему известно какое, так сказать, небесное там или не небесное, там уж разберутся другие люди. Но почему он в 92-м году, значит, в 91-м году дал указание на создание организации под названием КОПРОН, Комитет подводных работ особого назначения, КОПРОН. В 92-м году едет с официального визита в Лондон, встречается с Маргарет Тэтчер, тогда она была премьер-министром. И после этого возвращается в Москву, приглашает, тогда уже, значит, был другой, так сказать, руководитель КОПРОНа. Но он дает ему указание. Значит, я организацию закрыть, никаких указаний я вам не давал. Значит, и никаких комментариев с моей стороны не будет. А Ельцин был очень жесткий человек. Его сдвинуть с его позиции было невозможно. Значит, нашлись аргументы для него, которые привели к развалу КОПРОНа. Поэтому, если мы уже говорим теперь в спокойных тонах о том, что это экологическая проблема. Но я не думаю, что кто-то в зале скажет, кто, значит, не считает значит, присутствие химического оружия на дне Балтики, не считает проблемой, ну, будем говорить, жизненно важной для нас, европейцев. Кто? Никто. А если мы говорим, что решение перешло из области экологии в область политическую, там должны принимать. Тогда мы должны объединиться, мы, значит, молодые, вот там сидят, молодые, значит, пожилые люди, люди среднего возраста, для того, чтобы эта проблема все-таки была решена. Ведь перекладывают, будем говорить, одно поколение политиков перекладывает эту проблему
начиная с 45 года, на плечи другого поколения политиков. Ну, в буквальном смысле русская поговорка есть. Ни нами неправда началась, ни нами она и кончится. Никто не хочет решать ее. Хотя, повторяю, вот когда Тенгиз говорит, что это 5 миллиардов, что такое 5 миллиардов евро? Это 1% годового бюджета армии Соединенных Штатов Америки. Ровно 1%. Ну а поскольку мы не говорим, что только Соединенные Штаты должны вот разгребать все это дело. Ну, конечно. А должны, мы же называем 4 страны. Эти 4 страны, Великобритания, и правопреемница Советского Союза Россия, и, конечно, Германия, которая, чье оружие захоранило. Значит, сложившись по миллиарду с небольшим так, они бы могли эти 5 миллиардов наскрести, и проблема была бы снята. Но! Я извиняюсь, мы уже сейчас в дискуссии переходим, это все или ваше все продолжение еще? Можно сказать, что это к дискуссии перешли. Давайте будем, поскольку вопрос возник, мы эту тему снимем. То есть я хочу что сказать. Вот есть три республики. В конце концов, мы вот, будем говорить, минимизируя проблему, минимизируя. Вот мы не будем говорить там эти четыре страны. Не будет не решена эта проблема, то есть она останется. И будет усугубляться только со всеми там опасностями и рисками, о которых говорили все выступающие. Даже вы говорили, что это опасно. Надо и прийти доставать, и сжигать. Так вот, давайте мы, три республики, вот мы здесь собрались, давайте мы, сознавая всю опасность, выступим единым фронтом. Давайте обратимся к своим единой правителям. Единой силой. Я, к своим правителям. Не надо говорить, не надо писать американцам, не надо писать Путину, там, Маргарет Тэтчер. Мы обращаемся к своим трем президентам и говорим, вот мы собрались на этой сессии, на этой конференции, вот проблема такая. Это можно сформулировать на полутора страницах машинописного листа. И это сформулировано. Мы наверное, сегодня дойдем до этого, потому что нам надо принять один документ за основу, а другой, с учетом того, что будет совсем скоро проведена Всемирная конференция по изменению климата, как она звучит, ну, в Париже, должна начаться 30 числа. Сегодня 27. Да? Через 4 дня начнется. Я думаю, она все-таки начнется, несмотря на там на угрозы и прочее. Но будет отодвинута на полмесяца. Но мы туда, на эту конференцию, шлем письмо. Вот оно в моих руках. И мы зачитаем его в процессе дискуссии или после нее и примем решение, посылать или не посылать. То есть, я прошу прощения, посылать можно отправлять или не отправлять. Нам вот на эту конференцию... Привет. Нет, я не думаю. Но это уже их будет проблема. Наше дело отправить. И второй документ, который мы должны сегодня продискутировать, это все-таки итог нашей встречи. Но не просто так мы приехали. Понятно. Значит, из Эстонии в Ригу, из Литвы в Ригу мы приехали. Не просто так, да? Я бы, наверное, не стал останавливать господина Шара, потому что он говорил по существу. Может быть, я же не говорю, что он не говорил по существу, просто он не говорил по существу нашей конференции. Нет. Я еще раз осмелюсь напомнить, да, я помню, что тема нашей конференции – это проблемы экологии и риски. Но мы говорим про экологию, а не про кто, какой агент и на какую спецслужбу работает, понимаете? Нет. Мы говорим о решении. От решения этого человека. И для этого найти надо людей, которые делают. Прошу прощения, тема моей программы, тема моего выступления написана «Why Estonia is so passive?» На колочек. Здесь «passive»? Имеется не сексуальное, а экологическое. И поэтому диктовать мне, что говорить, а что нельзя говорить, это не вам.
Извините, пожалуйста. Вы сделали. Может быть, мы можем все-таки попросить вас выступить по полной вашей возможности. А то мы не решим эту вопрос. Если мы говорим об экологии, то давайте говорить об экологии. Если мы хотим решить вопросы политического уровня, давайте говорить об политическом уровне. Нет, вы противоречите себе. Да, вы противоречите. Если мы говорим, что экология перешла для того, чтобы решить вопросы экологии. Да. Политическую. Понимаете, если я не знаю, какой вы профессор, но меня в академии учили так, что если я даю какую-то информацию, у меня есть для этого полная база доказательств. Если вы хотите доказать что-то, так давайте доказывайте, но принесите тогда справку от работодателя или еще что-то. Нет, ну, доказания уже есть. Ничего, решения не принимаются. Уже сколько лет мы сидим, и только все хуже и хуже становится. Потому нам надо полный спектр матрицы разложить, чтобы решение найти. Дело в том, что государственные деятели наши, они хоть и избраны вроде бы как, но они решения не принимают. Да. Значит, мы не туда свои усилия. Вот как раз. Значит, решения принимают корпорации международные. Да. Как раз так. Поэтому вот, ну, один из вариантов, то есть составить список самых богатых организаций, которые у нас, вот, например, в Балтике ведут какую-то деятельность, ну там типа ДСДС, там еще, и обратиться к ним. И пусть они скинутся хотя бы, потому что дети их живут здесь. И они все за океан не уедут. И на Марс тоже еще не улетят. Давно или не скоро. Не так скоро. Поэтому обращаться нужно вот туда, мне кажется. Да. Правительство решения принимать не могут. Не могут, нет. Да. Но еще есть варианты. Еще какие варианты? Еще какие еще предложения? Есть вариант. Я могу предложение сделать. Может, представьте. Кафе Мария. Мое имя Дейта Ретума, и я 20 лет прожила в Швеции, и на академическом уровне знаю шведский, английский, русский и латышский. И руковожу несколько фондов International Foundation for Research on Radioactivity Risk. Эту Пандору мы еще не открывали. А на Балтийское море самое радиоактивное в мире. И также организация Baltic Sea Region Radioactivity Watch. И когда я раскладывала матрицу ситуации, в которую мы попали, где ничто не может решить наше правительство, к сожалению, с глубочайшим сочувствием можно относиться к них, к их работе. Это ведь жутко сидеть в такой работе, где у тебя нет возможности работать. То есть, если правительство не могут решить, да, так кто решает? Да. Так ведь Бог все-таки имеет решение. И потому я вернулась из Швеции уже 6 лет, и тут в Латвии занимаемся реконструацией божественных ритуалов, но не в том смысле, как было тысячи лет. Тысячи лет наши предки знали, как жить экологично. Они жили по божественным законам, которые сейчас мы потеряли. И декларация ОНО, United Nations Organization, имеет Declaration on the Rights of Indigenous People. Декларация прав коренных жителей, которая позволяет нам жить по законам предков. К сожалению, у нас такой возможности даже нету с таким С таким подходом к теме. С таким загрязненным морем, потому что оно у нас отняли на все оставшиеся тысячелетия. На 900 лет только. Хватает. И на моем сайте bsrrw.org, Baltic Sea Region Radioactivity Watch.org, вы можете увидеть, чем занимается глобальная корпорация в нашем регионе по существу радиоактивными. А тут делаются кладбища радиоактивных отходов на самом краю Балтийского моря, 100 километров над Стокгольмом и также в Финляндии. Также и, значит, у нас самое страшное море, но я тоже желаю его очистить. И сейчас к нам подойдут силы из
West, как это? Запада. Запада, профессор Басби, он, я его позвонила, он сейчас придет. Кристофер Басби, это самый гениальный профессор в мире. Профессор, который создал модель, как правильно предсказывать риски радиации. Потому что чем мы должны заниматься, это моделированием общества, системным моделированием. Это то, что не делалось все эти 25 лет. Академия наук, к сожалению, тоже не имеет ресурсов. И мы этим занимаемся уже. И методика такова, что система наших предков уже имела идеальную систему, как экологически жить. Нам не надо выдумывать. Мы можем возобновить их систему. Извините, а как вы представляете современными технологиями возобновить систему предков? То есть но мы никуда не денемся без радиации, без станции. Но апдейтовать ее на модерные все уровни. И так мы и работаем. Но чтобы не мучить наше милое государственное руководство, которое не может ничего сделать, методика следующая, что мы воссоздаем системы наших предков. А какие они были? У нас были кто? У нас были тенени, как это по-русски? Вожди? Князья, да? И они были избранные родов, род. Вот семья, потом род, и потом они выбирают князей. Значит, в Латвии у нас three times nine, как это по-русски? Трижды девять князей, говорится по-латышски. И каждый человек в ней защищен. Не так, как сейчас у нас миллион выехал, нет чего кушать людям, и все тут рухается. Да? И мы эту систему сейчас реставрируем через латышское общество, и это нас защищает ОНО, United Nations Organization, да? У нас есть такое право реставрировать свои системы своих предков. И это должно финансировать государство тоже. Оно об этом знает? Да, у нас все это уже идет, но тоже они отвечают, что у них нет денег и так далее. И потому мы должны реставрировать нашу денежную систему наших предков. Мы это тоже сделали. Значит, тут они есть, миленькие. Родные деревянные, да? Да. И там совсем не надо смеяться над этим. Это все тысячи лет это все употреблялось. Еще 100 лет назад в Швеции и Австрии. В Швеции и Австрии эти деньги использовались в судах как самое главное доказательство продажи имущества земли. И вот наш милый Кристофер Басби. Come here, please, Christopher. Have a seat. I'll just finish up and then you can take it over. Jā, bet vai mēs varam tuvāk jau? Jums nevajag tos 5 miljārdus? Tas lūdzu netraucējiet mani. Tā. Es traucēšu. Tātad ļoti vienkārši. Izviņšķi viņa. Значит, эти деньги создаются у них покров, сервис и продукты, созданные родом и княжеством, да? И это грамотведība, как это по-русски? Бухгалтерия. Бухгалтерия работает на том, что каждый род оценивает, сколько они сервиса создают в своем кругу, чтобы и о себе позаботиться, и о ближайших, и о городе, и о стране, и о мире. На примере моем. Я княгиня Готланд, и я работаю на всем Балтийском регионе и создаю огромный... Защищаю весь регион. Я могу это доказать своими YouTube-каналами. И работаю уже 10 лет с профессором Басбисом. Всемирная
звезда. Да? А деньги-то вам кто? И я могу имитировать довольно много, потому что у меня огромная... Работу большую веду, да? И также наверняка у вас есть такие возможности. И это другая система просто, да? Это действительно, что мы создали, то и ценность, да? Знаете, это работа. Если бы у меня была такая возможность, как у вас, я бы давно уже проблему Балтики решил. Я имею в виду химическое. Как вы можете повлиять на улучшение экологической ситуации? Да. Вот мы сейчас, так как вы сказали, мы создаем эти денежки, вот такие. Идем к этим президентам, да, и они меняют их на доллары. И они конвертируют их на евро. Интересный подход. Это реставрированная система наших предков. Она не может не сработать. Нужно, может быть, что-то получить, что-то наличных. Ну, конечно, это все конвертируется в еврики, потом в обычные конты, все падает и все. Так что удачи нам. Почему бы нет? Это только начало. Потом еще можно захватить. Как это о радиации тоже в Балтийском море, да? Вот это и модели риска. Да, это было бы интересно. Да? Пожалуйста. Sir, can I take a few words about the radiation?